Bonjour, chers amis. On va conjuguer avec vous le verbe s'agir. S'agir, это значит, речь идет о чем-то. Этот глагол в этом значении используется только в возвратной форме и в третьем лице единственного числа «il». Давайте посмотрим в разных временах. Il s'agit d'erreur involontaire. Речь идет о каких-то ошибках, которые люди сделали не специально. Il s'est agi d'un inspecteur infatigable. Речь шла в passé composé об инспекторе, который никогда не устает. Il s'agissait d'une petite infraction à la loi. Речь шла о каком-то нарушении закона маленьком. Infraction à la loi. Imparfait. Ensuite, il s'agira d'un nouveau présentoir. Речь идет о новой полке. Мы это проходим в контексте покупок и шопинга, поэтому présentoir в магазинах, вот куда, например, кладут обувь. Il s'agira d'un nouveau présentoir. Ensuite, il s'agirait d'une tricherie pendant les soldes. Речь шла бы, предположительно, идет о каком-то мошенничестве во время распродаж. И il se serait agi d'une fraude avérée. Речь идет о каком-то доказанном нарушении фрода, это мошенничество тоже в разных контекстах. И давайте все прочтем. Il s'agit d'erreurs involontaires. Il s'est agi d'un inspecteur infatigable. Il s'agissait d'une petite infraction à la loi. Il s'agira d'un nouveau présentoir. Il s'agirait d'une tricherie pendant les soldes. Et il se serait agi d'une fraude avérée. Et voilà, последнее, это кондиционнель passé. À bientôt.